Попробуй. Almost, yes.
тяжелый, начало тяжелое. Не падай, как камень, а пролетай, как птица. Да. Любую. О, good, try again. Нет, ты давишь, ты падаешь. Yes. So big difference, понимаешь? Поэтому я тебе всегда говорю, не дави. Когда ты начинаешь, пытаешься играть быстрее, развиваешь вот эту технику, ты не можешь давить. Пальцы летают, понимаешь? Пальцы должны летать, а рука только движение вот это. Вчера Никита играл, тоже учил, наконец, сел учить, в воскресенье играть. Сел учить вчера, в 12 часов ночи, да? И тоже вот расстраивается, что что-то там не получается, я говорю. А это из-за того, что кисть не работает, понимаешь? Вот это движение кистевое, да, которое объединяет все ноты и локти. И он потом говорит, о да, локти, очень-очень важно. Почему? Потому что, да, потому что если у тебя локти вот так висят и пальцы туда затыкаются в клавиши, какая может быть техника, да? Как ты можешь играть быстро? Быстро не получится. Поэтому, окей, хочешь маму импресс? Сыграй один раз, очень быстро. One last time. Попробуй. Летающие, да, как стрекоза. Пошли. Начинаешь играть так вот, как профессиональные музыканты играют, да? Когда у тебя идут вот, рука движение, и потом пальцы пробегают сами, да? Окей? Теперь смотри. Значит, давай, сколько у нас этюдов выбрано? Сколько у нас этюдов выбрано уже? У нас сейчас только 3. 3? Окей. Еще какой-нибудь будешь давать сет? Да. Или пойдем на порог? Ну давай еще один, да? Какой? Ну давай, да. То же самое, смотри, значит, не играй тяжеловесно, попытайся эти гаммы вот так вот, смотри, вот на таком движении, как будто circle-like. Я Вот появляется тема. Окей, go. Знаешь, что тут трудное? Левая рука. Левая рука самая трудная. Trust me. Go. Да? Нет, без пауз, без пауз. Вот в таком темпе, но без пауз. Но left hand. Почему? Потому что если в левой руке падает, смотри, например, я тебе скажу, окей, ты едешь на велосипеде, да, и вдруг падает камень в левой руке, еще один камень, а ты пытаешься только вот так увернуться, да, на велосипеде. У тебя правая рука на велосипеде, а левая рука как камень падающий, понимаешь? Зачем нам камни? Смотри, стол. Вот тебе темпо. Ту-та-там.
Ату, ату, па, 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 па. Заваливаешься, вот тут заваливаешься. Ты, ты, ты. Компактно. Вот так. Теперь когда ты играешь. Да, идет. One, two, three, one. Левая рука. One, two, three. Не падай, как камень. Поехали. Пальцы болят? Нет, умничка. Где болит? Ну, все. Все пальчики болят? Ай, 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 ты не болела. Ну, ты умница. Молодец. That was the best. Аккуратно, умничка моя. That was the best. Молодец. Я на тебя поставила 5 с плюсом. А с плюсом. Да. В левой тоже болят пальчики? Или можешь левой сыграть? Давай, моя радость. The same ideas, да? И это очень хорошо, это показывает, что ты очень умный музыкант. Это хорошо. Да? Что? Нет, не 2 плюс 2, 4. Намного сложнее вещи. Да, намного сложнее. Значит, смотри. Тут у нас такой же есть... О, молодец! Какая тебя ракета с тремя, там кто, 3 человека сидит? Три космонавта, да? И там, о, нет, там бензин. Там фьюл. Нет, там фьюл уже. Вот тут они сидят, вот наверху. Потому что тут фьюл весь выходит, да? Тут взрыв идет такой большой, да? Вот, поэтому тут вот сидят наверху три. Да, путем, молодец. А это тоже окна. Ну да, но тут может быть что-то другое, да? Может они сюда залазят. Окей, ты смотрел? А где дверь? Ну вот, наверное, вот это и есть дверь. Мы не знаем. Ты, вы ему покажите, как эти SpaceX летали. О, как было интересно. Мы фильмы сейчас посмотрели. Окей, давай попробуем еще раз. Значит, вот это вот тут вот опять реагируется. One, two, three, four, one. Only one, two, three, four, one. Хватай просто пальцем, да? One last time, поехали. Будто у тебя пальчики идут в больших сапогах, да, аккорды, вот эти аккорды в больших сапогах, и мокро, и на них повисло грязь, да, да, да,
надо смотреть. Стоишь просто на пальчик, нет какого давления. Стоять. Попробуй. Вот так. Вот так. Вот. Трогай. Вот так. Молодец. Угу. Ну и опять идет. Сдали и один там сдали и начинаем работать вот на этими двумя этими. Смотри. Значит, мы сейчас пойдем на четвертый и на пятый, и они хроматические. Вот такие. Как тебе сказать, там есть частично хроматизм, а частично просто пассажи, как гаммы. Поэтому надо тихонько, медленно поиграть правую ручку, левую ручку. А, вот. И потом, как бы, каждый этюд, когда ты его отрабатываешь, если я его не слышу там несколько недель, да, по чуть-чуть приводи к более быстрому темпу. Да? Берешь одну фразочку, там, допустим, 4 такта, пытаешься играть быстро. Поучила, проучила, выучила, как бы уже координируешь с левой рукой, с аккордами, и пытаешься чуть-чуть себя двигать, да, на более высокий темп, да, окей. А потом левая играет то же самое, но с прыжком. Смотри. Такая штука, да. И потом, когда уже доходишь до очень быстрого темпа, вот все надо кластеринг. Потом еще один прибавляешь. Потом идешь на четвертый. А потом без паузы. Да? Вот так вот работаешь над техникой, да? Как бы техника — это такая вещь, когда есть разные виды техники, да? Когда мы играем октавы, тоже техника. Только другой вид техники. Мы говорим октавная техника, арпеджиос, кордал, да, стаккато, репетишн, да, всякие разные виды техники. Вот такую технику мы называем мелкая техника. Мелкая, да, finger technique. Когда идут маленькие пальчики вот такие и очень легко, быстро двигаются. Лисушка, хочет прийти, па? А? Что? Окей, хорошо. Давай чуть-чуть посмотрим на барок. Какой-то. Это лимуан, да? О, это лимуан. Значит, мы должны с тобой еще выбрать тебе классику. И мы должны с тобой выбрать contemporary. И мы должны... Вы приносили какие-то книжки, там у вас были такие типа хрестоматии, бабушкины книжки или нет? Нет, не приносили. Не приносили. Это для чего? Нет, да? Что-то? Нет, для нее что-то. Ничего нет, да? Нет, тогда что-то есть. Своих. Может, а ну? У вас а что посмотреть? Книги? Для чего? Для нее. Именно чтобы почитать? Выбрать репертуар. Репертуар? Ну, я могу принести, а что, из кого посмотреть? У вас много? Есть. Окей. Ну, вот где-то четвертый, пятый, шестой класс, смотря какие там, потому что в России другие, как бы. Если у вас есть какие-то спорные, типа хрестоматии, или 20-й век отдельный, или романтик отдельный, или классик. Хорошо, я посмотрю тогда. Мы с тобой прошли на вторую фразу, да, в прошлый раз? Давай немножко посмотрим на вторую фразу. Я всю страницу. Good. Вот эту, вот отсюда начинаем очень медленно. Mm-hmm.
раз объяснила, что вот эти двойные ноты, когда, да, мы играем не, не так, а вот так. Yes, okay. Да, с небольшим акцентом. Смотри, в принципе, ты играешь хорошо, но немножко более выразительно надо пытаться. Да? Немножко больше, как тебе сказать, не опустошать звук, а уходить глубоко в клавишу, да? И пытаться, если ты хочешь, ты можешь даже петь. Например, сыграла левую руку, пропела ее все, да? Да? Очень полезно. Потому что тогда ты ощущаешь, что это мелодия. Что это не просто набор каких-то ноток, да? А получается такая очень выразительная мелодия, да? И дышать научишься сразу там, где надо. Окей. While singing. Окей, пошли дальше. Хочешь сыграть левую ручку сначала? Чуть-чуть пройдем. Это вторая страница? Да. Just make sure that this is the right page. Потому что они очень похожи, да? Попробуй. Левую руку смотрела? Нет, я ничего не смотрела. Еще не смотрела? Окей. Ну давай сейчас почитаем. Смотри. Мы далеко не пойдем. Хотя бы одну там фразочку, да? У нас A major. Да, почему у нас тут пятый пальчик? Подожди, что у нас тут? А, да, пятый. Потом я тебе даю второй, четвертый, пятый. Да, this makes sense. But there's gonna be a little like this, да? Немножко такая, как разъединение, да, не совсем легато. Попробуй. Чуть-чуть я тебя промучу, да? Окей. G, 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 G. Да. Да, читаем дальше. Третий пальчик. Третий. Дальше. Смотри, дальше идет как бы повторение, да? Да.
Дальше пойдет как повторение первой фразы, но, по-моему, там какая-то вариация, насколько я помню. Да? Значит, тут у нас какие тональности, тут идет модуляция. Why do we play seven again?